Пошли наверх. Пошли в гору. Ну давай, ну а у тебя какой план? Есть конкретные мысли? Олег, ну они точно на А. Подожди, чувак, чувак, давай, давай подождем их вот тут, слышишь? У меня есть одна идея. А? Лестница. Нет такого? Нет такого? Вот тут. Про что они говорят, Олег? Не понимаю. Ничего. Вообще подняться по лестнице. Так пошли дальше. Дальше? А где ты? А где? Ёп, рот. Сверху, сверху. Олег, они сверху. Обходи его как-нибудь. Ты где? Ты где? Себе, ты куда полез? Какой пиздец? Какой? Пойдем, пойдем, у меня есть идея, пойдем за мной, иди за мной. О боже. Есть хорошая надея, сейчас глянем, что получится этим всем. Понял, понял, понял. Боже мой, можно разбиться. Мы не можем туда? О, можем, 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 можем. Олег. Придурок, живой? Жив. Они над полосом. А, я тебе понял. Олег, я не могу. Где ты? Ты где? Олег, я застрял. Я тут. Марин, 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 у меня тоже. А у нас минус два, кажется. Мы нашли какой-то странный ход. Блядь, что делать дальше? А, я улетел! Блядь, я тоже под картой. Я тоже улетел. Они на меду. На меду? Мы на меду. Блядь, Олег! Да, блядь, я такой бомж! Я так увидел тебя в такой странной позе, не понял, что с тобой делать. Ты сидишь как паук там тоже. А где Марин? Далеко. Я голову кручу, я не понимаю, где я. Он не понимает. Боже, у меня голова ломается. Что? Ты где? Да я почти умер. Как? Ну, ты куда? Я упал. Я увидел это падение. Ладно, я разберусь сейчас. Слышал, да, вот там где-то? Один из них на Б. Олег, как нашел его! Опа! А ты не забыл, он с палоса вышел. Да, но я уже не там. Я уже не там. Я далеко уже. А я где? Да, я откуда знаю. Я думаю, что он за карту. Где Данил? А где Данил? А я издалека пытаюсь понять. Опа, полетел там, посмотри. Укончил? Да. Ну а давай бомжа этого. Олег, зачем же ты меня оставил? У меня... Мне нереально. Давай, с неожиданного уже места, а? Да, я тоже хочу блевать. Я думаю, крейсеров укачивает в этой штуке, потому что... О, боже мой! Я лишний прыжок сделал! Я просто полетел вперед! Ногами вперёд! Передо мной спрыгнул! О, боже мой! По идее, на шарте нельзя прыгать, можно... Да, я там один лишний прыжок сделал, и все, и пи***а, и полетел! Давай попробуем все-таки вот туда пройти. Что мы тут делаем, Олег? Опа. Я не знаю. Опа, почему? Я просто знаю, куда они идут. Почему? Не получается, да, никак. Мы на Эверест, брат. Я не получается, слишком высоко. Это слишком тяжелая лестница. Готовься кидать говном в неожиданные места, потому что тут будет совершенно... Боже. О, боже! Опять уползает. Данил. Шорт, он шорт. Он шорт? О, господи, а где он был? А где он был, блядь? Это вандер, блядь. Он прыгал. Я понял. Я не прыгал, там, короче, отталкивать, там нельзя пройти вандер. Здорово, мужчины. Ух ты, ни хрена себе, меня катапультировал. Куда? Куда? Кого? Что ты делаешь? Я в воронку попал. А что там? Блядь, что ты делаешь? Блядь! О, кто это? У кого стонет стул? Это не мой, стул. Вы слышали этот женский прям скрип, да? Настолько альфа, что стулья. Стулья аж, блядь, стонут. Короче, для людей, которые смотрят, объясняю. Сейчас я просто веду мышкой направо. Я обрисовываю, то есть как бы сферу, понимаете, да, сейчас? Я и так-то не очень хорошо целюсь. А здесь-то как вот это вообще? Марин, что, Б все-таки штурмует? О, боже. Ты меня убил. А, Аркадий, ты на Б идешь? Ого, как фея. Не, он пытается... Учиться, пока. Адаптироваться. Пока. Какой пока? Какой я пока? Я за картой. А, боже, я думал, ты меня... Ты вернешься. Нет. В смысле вернешься? Нет. В следующем раунде. Я улетел, я уже вижу снизу все. Я вижу вас обоих, но не могу сказать, где вы. Да? Вы между вами метров 10-5. О, боже! О, боже! Начали озираться оба, блядь. Я все понял. А, ты слева, что ты понял? Я ничего не понял! Летела. О, боже! Как я попал по тебе! Я засох, что ли? Ставь плент. А так Олег умер, я же не беспокоюсь. Так ставь плент, чтобы засчитало. Блять, разбираться по этой горе! О, боже, давай! Нормально, просто стой. Я же умру здесь, да сдохну. Ну, по диагонали. Не могу! Вот так. Опа, а, да, распрыжка. Опа! Ах.
А, это был последний раунд, нахуй сейвил пушку, боже, блядь. Прицел неудо, он по-другому работает. О боже, кто-то по кому-то стреляет. Вот. Все, Олега выключил, Данил тоже здесь, он на сайте. Бля, что-то с прицелом, он как будто хуже теперь работает. Я не знаю, тут просто плохо, мне тоже. Не-не-не, он по-другому работает. Как по-другому? Он повернутый в другую сторону. А, да, он обрисовывает по-другому сферу. О боже, блядь, тут другая орбита. Мужчина, я кого-то слышу. Хорошо. Да я все наоборот, вожу мышкой, блядь. Сам у меня зеркально как будто. Кто, где, так это враг? Здесь от меня. А где следующий, я ничего не понимаю. Он один идите сайт, один мне, сверху идите, где-то. Идите ко мне, кому идите? Мы, блядь, это ты иди к нам. Да. Ты пленти должен, говно. Ну а как? А, он снизу где-то. Ничего не понял. Что, я мой труп прилетел? Да, здравствуйте. Ну, короче, они сразу пытаются, понял, просматривать эту зону. Ой, боже, не, Вась, там пи***, а там пи***. Они сейчас закинут мне что-нибудь, я взорвусь. Брат, закрой меня своим телом. Да, я закрыл. Сейчас я с ними разберусь, только доберусь до этого места. О боже, дайте мне время, мужчины. Там плент идет. Я понимаю, я загребаю, не убивай тебя сразу, дайте мне хотя бы посмотреть на вас. У меня тут сложная работа. Все равно никогда в жизни не смогу раздефьюзить это. Я застрял, кстати. Спасибо, пацаны. Я знаю, он застрял, спасибо, спасибо. Там. Понял вас. Он, вот он, да. Я боюсь. Я, у меня голова, я головой еще повернул голову в другую сторону. Прикиньте, шеи. Типа вы тоже так, как дебилы играете? Шеи повернуты или нет? Да как это невозможно? Без головы. А это... Шо нахуй? Сюда куда полез? Швабра, блядь. Все, короче, я в Крыса Гейминг буду играть. Идите нахуй. Да все, последний раунд. Mm-hmm. Вот, заканчиваем. Ой, да как это? Где я на... Ковры. Где я? Как я вообще? Что со мной? Как я это делаю? Я ничего не понимаю. Вот по сути, надо всего лишь понять, что карта под углом, но это не работает. Она, да не понимаю. Как будто другой угол. Да, как будто он меняется. Шея болит. Я, а, тоже. Я тоже, я сейчас смотрю по голову. Ой, пошел на... Ты сейчас вообще по стене бежишь, блядь. У нас нету... стен для того, чтобы... Я понимаю, о чем ты. Я понимаю, о чем ты. Я понимаю. Ну а что поделать? Приходится иметь то, что имеем. Иметь то, что имеем. Иметь то, что имеется. Брат, ты это сделал очень сильно обидно мне стало. Я вижу, как ты скатываешься по карьерной лестнице. Я не знаю, откуда их ждать сейчас просто. Ну там залетело стрейфом. Я ничего не повернулся! Genshin Impact — это приключенческая игра с открытым миром, где вы можете делать все, что вам нравится. Путешествуя по 7 уникальным регионам Тайвата. По мере того, как вы углубляетесь в мир, вариативность комбинаций растет и появляются новые персонажи, которые присоединяются к вашему путешествию. Тайват хранит сотни историй, частью которых вы можете стать. А с обновлением 5.2 вас ожидает новый босс Сумрачная Попила и новые регионы для исследования, в которых можно завести новые знакомства с новыми персонажами. С такими, как Часка из клана Цветочного Пера, Арарона и другие. Откройте для себя совершенно новый мир, загрузив Genshin Impact по ссылке в описании или отсканировав QR-код. А при заходе в игру с Xbox или по специальной ссылке игроки получают уникальный планер. Не забудь использовать бонусный код на экране для ускоренного старта. У каждого путешествия есть начало, и ваше может начаться уже сегодня. Шорт, 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 раскидка шорт. Нет, это с другой стороны получается. Да? Брать. Ну я и вижу! Вась, звуки слышал где-то. О боже! Я звуки слышал вообще с другой где стороны! Ты меня, где ты меня рассмешил, дебил, этот на ланге! Сука! Не туда повернулся или что? Он в панике начал крутиться, я в другую сторону. Чтобы вы понимали, это не просто отзеркаленный Dust 2. При том, что мозг и так ломается, мы поменяли еще и местами наушники слева направо. Я никакого шифта не буду, я просто на мужчине выхожу. Ну это о, бля, а, твой, где, да, где? Да, это бы. Где? Да я бегу, да, ты прыгаешь, да, ты мне мозг сломал, блядь. Ну чтобы не попали мне в голову, ёптый рот. Я буду плентить. Ты... Да не буду, блядь, не буду сзади! На моем затылке, блядь. А где второй? Я где его второй? Сейчас удивлю! Он на сайте где-то! Что, давай, я дам тебе даже тишины чуть-чуть, чтобы ты смог сориентироваться. Сайт с другой стороны, не тут, слева. Да, он явно, он там должен быть. Точно, точно должен быть там. Он рядом, он же близко. Флешки там что-то... Блядь, он знает, что тут, ты чё, блядь. А, ну давай! Давай, блядь, боже! Справа, от тебя справа, от тебя справа, Марин, справа от тебя. Да заебал. Или нет? Они тут оба! Это слева, это где? А, там. Они тут оба! А, все, я на похороны уже пришел чисто. Ну хорошо, ладно. Я испугался.
Олег, где они? Взрывы где? А, нижняя. Вот это Данила. Так, стой, подожди. Не важно, все. Пока он поймет. Выйдет пока, да не важно, он полчаса будет сюда идти, успокойся. Тоннель, смотри, тоннель. Да зачем? Не, успокойся, кто это? Где звуки? Это мид. Это вот там? Подожди, стой, дай сфокусироваться. Это сейчас слева, значит, это сзади. Я где-то слышу звуки, кто-то издает звуки, слышишь где-то? Я запутался. Это ты шумишь сейчас? О, боже! Кого? Я вообще не понял. А вы мид смотрите? Я хочу знать, я могу в суицид прыгать обычно или нет? Нет, не смотрим. Не смотрите. А это тогда что? Кто я? Я тоже запушил, гнида! Помоги на миду! Помоги кому? Откуда он выйдет? Он справа, прыщик. Значит слева. Где? А где он? Мы уперлись друг в друга. О, боже, блядь! Что? Я просто зажал смог. О, ты пошли туда. Что они делают? Мужики, ну загляните мид, ну пожалуйста. А что они делают? Он сутит. Что они делают? Я сейчас делаю просто лютую. Что он делает? Олег, ты просто будешь их сейчас подбирать. Они оба пробежали направо. Что такое право? Заходи со мной. Да меня пугает, его трём. Откуда он заходит, блядь? Он слишком уверенный в себе. Что мне делать? Сейчас все будет. А все уже. Вася, он слишком уверенный. Блядь, какой мид запушили оба? Какой мид? Где это? Они просто мид за иксом. А, и все. Ну, такой пафос был, блядь, вообще к чему? Я не знаю, но он умер быстро. А что это было, Данил, вообще? Ладно, потом за ментов попробуем. Это неправильно. Так мы за ментов сейчас. Я не понял, что они планировали? Что за хуйня? Я сам не понял, блядь. Пленти, блядь. Так нет бомбы-то у меня, ты она у тебя, больной. А я попробовал, но у меня не получилось. Так, не паникуй. А ты знаешь, где люди? Я сдался. Я видел, как бомба отлетела. У меня видишь, она здесь. А я устал с ним стреляться, я чисто ушел. Я иду первый. Ты за мной, готов? Давай я просто быстро сейчас убью, короче, этого. Опа! Да Олег, ты да это невозможно! Олег, да это мне... невозможно, блядь! А где они? Второй... Все мимо, ты что наделай, жопа? Так я же ничего не понимаю, блядь! Я ставлю! А они на Б? Олег, слева. Дай возможность. Это я всеми пулями промахнулся. Мне кажется, он через шорт сейчас будет, наверное. Тут! Помоги. Понял. Оставил их живых целыми. Я понял, я все сделаю, брат. Тебя. Верь в меня просто. Не нужна вера. Не нужна вера. Где? Он уже должен быть веры здесь. Веры нету. Машина. А все, дайте мне просто убить собой. Не убивайте меня. Уйдите на. А зачем вы умираете со мной? Мы команда. Солидарность. Чувак, пойдем, у меня есть план. Скажи мне, где мид только, главное. Блядь, скажи мне, с какой он стороны. Нет, налево. Общайтесь со мной, я хочу, чтобы вы произносили звуки. Где ты их? Флешка! Я что, блядь? Я слепой. Вот оно, вот, видишь, какая флешка? Лоу, да? А где? А эти пируэты, ну я же честно сказал, что я, ну, пошел на А. А что мне делать? Иди Б. Ну мне долго, мне же очень долго. Да мне очень долго, да далеко. Да беги, блядь. Так и зачем, блядь? На. Чем я? Ты сказал, что он лоу. Козинный какашка. Ты сказал, что он лоу. Мы нашли эти карты в мастерской, и вроде было довольно забавно. Если вам такое нравится, обязательно дайте знать. Увидимся в следующую пятницу, а на этом все. Всем пока. Я кого-то слышу справа, значит он слева, да? Или ничего неправильно? Марин, ты понимаешь что-нибудь? Я пытаюсь. Сильно пытаюсь. Олег где-то здесь. Да, прямо тут. Я не видел, я со смоком шел. Со смоком шел, да? Есть там что-то? Ничего. Забрать. Где это было, блядь?